Всем добрый день. Итак, друзья, мы на море. Ну и востребованная операция будет сейчас происходить. Частенько в комментариях я слышу вопрос, какая температура воды. А температура воды бывает разная. И теплая, и холодная. Сейчас я буду лично ее замерять. В том числе своей тушкой. Температура воздуха, во всяком случае в пакете, в котором лежал этот термометр, 23,5 градуса. Мы опускаем термометр в воду, вот туда вот. И делаем контрольный замер. Ну а я тем временем пока пытаюсь окунуться в воду, если честно. Прогрелся на солнышке, погулял тут хорошо. В общем, очень даже жарко. О, появился какой-то дедушка конкурент Саньку. Горячей кукурузой. Кукурузы немного, но дедушка есть. А вот Санька что-то не видать. Несколько дней его вообще не наблюдал. Как видите, детвора купается. Не я один. Преимущественно детвора. Взрослые почему-то большинство своем стоят на бережку такой как-то. Либо лежат. Хотя вода, чем глубже, тем теплее. Это я уже вам говорил вчера. Процесс замера температуры идет медленно и уверенно. Красная вот эта вот ртутная полоса уменьшается. А мне вот, честно говоря, не особо хочется опускаться вот полностью, потому что я знаю, что я не буду плавать, а буду просто же стоять, так как камера у меня в руках и термометр. А вот если бы просто плавать, в смысле, я имею в виду, без камеры, то было бы нормально. Так как нижняя часть моего туловища уже нормально так прогрелась. Кафе Санторини что-то там ремонтирует, занавесочки какие-то что-то там колотят. Две минуты прошло после того, как я опустил термометр в воду. Тело мое почти адаптировалось. Кстати, у берега там какой-то кораблик плавает. Яхточки вышли в море. Ну, народ, вы видите, тоже опускается. Погружается, точнее, не опускается в воду. Ну что, я думаю, пора. Вы видели, там мне так вообще-то показывают 19,5-20 градусов, если я не ошибаюсь. Я прям вот так вот опущу при вас. И буду в прямом эфире держать, потому что вчера вот были сомнения определенных товарищей, что температура 18,5 градусов. У меня, честно говоря, тоже, когда я захожу в воду такой перегретый, есть такие сомнения. Но вы видите, что термометр находится под водой. И что я его не достаю. Как минимум, вот сколько-то там секунд точно, он не успел бы прогреться при всем своем желании за те секунды, что я их поднимал на сушу. Еще раз сейчас достану, посмотрим. То ли он врет, то ли 20 градусов, ребят. Смотрите сами. Вот как есть, так и показываю. Неужели 20, а? Неужели то, о чем говорили большевики, свершилось? Как бы так, ребят. Все. Всем пока на этом. До новых встреч в эфире. Контрольный замер произошел. Походу 20.